А сейчас кроме вас здесь кто-то есть авторитеты? Тут скажешь, второй авторитет. Нет, вы не о том просто. Я вам о том говорю, вы зря так говорите. Да? Вы просто не знаете. Это вам так кажется. Это мы здесь еще не так, а там еще там на стороне могут. Здесь это не так. Ну, сам авторитет здесь это вы, наверное, да? Я могу так сказать, что я самый авторитет. Но в Дагестане на вас какие-то наложены полномочия, вы говорите? На меня вполне то, что в Дагестане, где бы я ни находился, на меня они морально висят, я знаю. Если при мне где-то что-то неправильно происходит, я обязан буду это остановить. Понятно, но сейчас в Дагестане кто, будем говорить, мы же понимаем, о чем сейчас говорим. Понимаем. Да, что в Дагестане должно быть какое-то одно лицо, которое будем уполномочено решать какие-то там назревающие проблемы. Вы этим наделены сейчас на данный момент? Абсолютно нет. Я ничем не наделен. Я делаю то, что я хочу, понимаете? Я вижу, там нужно сделать, я сделаю. Меня кто-то наделит какими-то полномочиями, не может. Я сам из себя исхожу, вижу, что это не так, неправильно. Я могу сказать. Ну, кто-то приходит, мои... обращается, да, наверное, за помощью? Конечно, конечно, да. Обращается. Обращает уже. А источник дохода у вас именно от... Вы знаете, да, мне уже 54 года, мне двоюродных братьев 48. Так. Понимаете? Так. Мне не надо воровать. Я любому из них приду, любому. Ага. Я не говорю за троюродных, за четырехродных. Это считаете это нормально? Да, я считаю нормально. А что, зачем мне такие братья нужны? Они мне не нужны. Ни братья, ни друзья мне не нужны. А если они будут так же рассуждать? Как вот вы? Они вкусов, они не могут так рассуждать. Почему? Вот потому. Ну, как они так? Я могу друг, брату нужно деньги, друг. Даже брат я не буду, брат, даже друг. Когда нормальный будет человек. Почему я ему не дам? Ну почему? Ну я не знаю, ухожу. Ну, каждому свое. Не каждому дают. У нас так, у нас, знаешь, от братьев не отказываются, от родственников не отказываются. Там, кто бы он там ни был, милиционер там, вор он там. Понятно. А есть родственник, милиционер? Конечно, есть. Понятно. Как относитесь? Так, как положено, как брат, да. Да. Но у него своя работа, у меня своя работа. Понятно. То есть свой статус вы называете работой? Вы же не работаете. Это так формально, да? Понятно. Хобби, так сказать, да? Ну пусть будет так.